рано, рано утром, а еще. Мы прям покушали его. Ну да. Это хоть как-то две девочки, а там был мальчик и девочка, там мальчика любила больше девочку. А это две девочки. Да, вот они животные больше мальчиков любят. А девочек приучают к трудной жизни. Прыг, стоп. А что они не бегут, да? Так а мы три дарили. Сегодня три подарили канистры. Раз, два, три. Они видят, пока они с одной играют. Им нравится друг у друга отбирать. А потом дойдут и до тех. Люба. Целее будут. Под ступеньками долго. Они обычно прячутся, когда их кто-то шар туда запрячет. У канистры прячут. Тигренка покараулить пойти. На видео чуть-чуть, ну держим. Вот она лежит, отдыхает, красавица. А эти вот шмакодевки. Там канистрики, а они с этой. Потом у нас что-то интересное. Я еще за шестую не сделала видео. Ну так, и так ничего не смотрят. И так сегодня утром вышел. А там все. Кто за 200? Никто не хочет смотреть. Миша. Просит ягуаров, тигров, гепардов, пумов, а я, ну вот, мол, Иманула, мол, редко. Я бы ягуаров трудно снимать, не могу, и то они ходят там, тигры ходят, и все же там, пумы бросала, гепардов бросала, а львицу бросила, а кошачьи, нет, кошачьи, что начали высаживать. Сходишь, я не такая. И вчера была. Сегодня я очень болела, может. Не. Мишки спать легли. Mm-hmm. Канистры. Все. Вот так вот. Пока я ходила, они уснули. Все, спят, пока мы ходили. Mm-hmm. Пока мы ходили, они спят. Mm-hmm. Можно мне домой. Мне можно идти. И Кай под душем был, да. Ну, можно домой уходить. Сидеть, посмотреть. Я еще тех не бросил. Может, Леха что будет. Ну вот. О, зашевелился. Ну вот, спят. Я его так снимаю. Ее так снимать, она отвернулась. Ну все.